жизни просто нет. И что это из рентного товара постепенно превращается в товар самый обыкновенный, заурядный и прочее, прочее. Я же не говорю, что надо только не запускать. Эта проблема еще впереди. Я говорю о том, что... Дело не стало ничем. Такое ощущение, такого жилья, такого... Это скарлатинная пленка, когда говорить вроде бы можно, а вроде бы как-то не очень приятно. Вроде бы нет смысла, потому что... Просто...